Доброе утро. 6:40 подъем, моя любовь. На самом деле мы уже завтракаем, Санечка завтракает, да, Сашуля? А, знаете, хочу с чего сегодня начать свой влог. Ой, меня там видно. Хочу начать его с благодарности всем тем, кто меня смотрит, кто пишет мне комментарии, кто делает постоянно комплименты. В комментариях пишут мне в директ в Инстаграм, особенно после долгого перерыва, когда очень долго не было у меня видео, много таких сообщений. Я не скажу, что их слишком много, потому что таких сообщений слишком много не бывает, но их реально много, и это безумно приятно. Пишут, что меня смотрели 3-4 года, и берут пример, и мотивируются, и... В общем, много-много всего очень приятного, и детям комплименты делать. В общем, спасибо вам огромное. Всего вам самого-самого наилучшего. Мы вчера ездили в Москву, поэтому я сегодня такая вся отекшая, потому что вчера рано поехали, поздно приехали. Целый день на ногах и в дороге. Вот, поэтому я сегодня даже отекла. От этого прекрасно спасет меня стакан воды. Выходные пролетели просто пулей. Ездили мы, покупали Полишке осенние вещи. Ну, как осенние, мы купили ей куртку потеплей, промежуточную до пуховика. Купили Саньке мешочек для обуви. Я сейчас вам покажу, когда Саня будет обувь туда убирать для сменной. И себе купили, там Дима себе купил по мелочи, и мне кое-что купили. Вот, ездили мы в авиапарк, народу много, магазинов много, одежды вроде бы тоже много, но выбрать нечего. И да, очень много времени на это вчера ушло. Ну и сегодня закрутилась, завертелась обычная наша неделя. Я вам желаю на этой неделе всего самого хорошего, доброго и позитивного. Пусть вы все успеете, и все у вас будет замечательно. Да, Сань? Присоединяешься к моим пожеланиям? Лучше бы да. Лучше бы да? Саша, кстати, сегодня проспал. У него стоял будильник на 6:30, он его даже не слышал. Пока Саня завтракает, у меня тут обновляется операционная система. Опять тут какие-то изменения. Посмотрим, что там поменялось. Хотела вам показать Санькины башмаки. Это его сменная обувь. Мы купили в Зендоне. Они очень бюджетные, что-то в районе 800 рублей. Просто тряпочные. Здесь на резиночке очень удобно надевать. Ножка в них не потеет. Но вы посмотрите на эту подушку. Ребенок сходил 2 дня. Это сменка. Напоминаю, это не уличная обувь. То есть на улице он не ходит. Как так? Это так вот полы в школе моют? Ну, в общем-то, так вот я смогла отмыть. Не идеально, конечно. И вот такой вот мешочек купили вчера, знаете где, в Модисе. Модис стоил 300 рублей всего. В H&M я смотрела, стоит в районе 1000, ну где-то там 899, что-то такое. Поэтому у него мне понравилось, знаете что, вот здесь есть отдельный карман. Сюда можно класть чистую сменную обувь. Она как раз небольшая совсем. Марс мне помогает. Без тебя я бы, конечно, не справилась. Вот так вот раз. И все, и обувь чистая. А в основное отделение вот сюда в большое класть уже грязную обувь. Это очень удобно, когда вот так вот раздельно. Потому что когда на улице слякотно, все кладется в одно, то все и грязненькое, соответственно. Ой, какие веревочки, котик. Детство в попе заиграло. Ты что, меня кусил, что ли? Ты что, обалдел? Ты что, попутал? Никогда не кусается. Так. Ух ты, хулиган. Ну все, можно затягивать. А еще Сане достались шорты.
тоже из Модиса, стоили 279 рублей по карте. Дома ходить, а то у него все шортики маленькие, он все-таки стал расти. Самые простые такие вот трикотажные шортики. Свои покупки я вам покажу, но покажу не мере, просто будете их потом видеть в моем видео. А Полишка снимет отдельное видео, ее девчонки просили снять покупки в школу, что-то такое, back to school, что просили снять, не помню, еще она сказала, что она будет снимать, поэтому из ее покупок ничего показывать не буду вообще, приходите на ее канал смотреть. Еще хочу вам показать Санькины ботинки, которые мы купили ему в школу, именно уличные, тоже Zenden, и это натуральная кожа, они стоили в районе 2700, по-моему. Но была скидка 40% в этот день. И мы отхватили. Вот. 33 размер. И они такие прям, ну, симпатичные. Я их сейчас начистила. Хотя обычно этим Саня занимается. Но сейчас пока он такой еще входит в колею, я ему помогаю, конечно. Сейчас оденется и покажу вам своего красавчика. На улице у нас сегодня солнышко, но всего 3 градуса. Так до снега скоро дойдет. В конце лета дети традиционно пьют витамины перед школой. Начинается нагрузка. Это Полишкины. Мы такие уже покупали. Это Санькины. У Саньки жевательные, они в виде зверушек. У нас 3 минуты. Почему? 7 минут. Да. Покажись. Сейчас. Мой красавчик. Все рубашечки, кофточки, брючки, все у нас из H&M в этом году. Очень удобно, потому что на брюках есть затяжки с внутренней стороны по талии. Давай, давай, обувайся. Получилось. Саня, потому что худенький, и ему надо, чтобы талия подтягивать. Чего же скачется, блоха? Как след, ногу ставь, никто на весу не застегивает. Все, красавчик мой убежал в школу. Пойду будить супруга. Время почти 9. Не обращайте внимания, я в таком наряде. Мы только что были в нашем спортзале. Позанимались. Дима со штангой, разминочку, а я на дорожке, планочка. И сейчас уже делаю сырнички. Нравится мне понедельник. Все успеваем по времени. И себе время уделить, и собраться. И детей отвезти. Как-то понедельник у нас получается такой равномерный. У нас еще есть планы на вечер уже. Причем это такие неразовые планы, я вам вечером расскажу. Надеюсь, никаких там не будет изменений. А сейчас будем завтракать, потом в душ. И дела. Дома бардак. Все выходные опять где-то проездили. В субботу я работала. И надо, конечно, дом приводить в порядок. Все повыкидывать, все перебрать. Пора уже убирать всю летнюю одежду. Потому что уже все. Жары точно не будет. Ну, вроде как к выходным там обещают плюс 19. Это, конечно, лучше, чем плюс 3. Понимаю, это будет такое бабье лето. Вот. Но на большее уже рассчитывать не приходится. Ну ладно. Зато Новый год впереди. У меня в декабре день рождения. У нас уже есть даже планы на мой день рождения. Мало того, что есть, мы уже забронировали одно крутое место. А мы туда хотели уже неоднократно попасть, но поздно спохватывались и... Уже невозможно было забронировать. А в этот раз прям заранее. Так что я люблю так, когда вот много всего интересного впереди.
красота же. Все убежали, я тут уже вовсю работаю, параллельно пытаюсь поесть, потом еще мне нужно помыться. У меня творог с вишней из варенья и красная смородина замороженная. А еще вы едите сыр с сыром? Я да, у меня обычный сыр и сверху крем-чиз, при этом аппетита. Как хорошо, что сегодня солнышко. В общем-то, я успела только с горем пополам позавтракать, помыться, посушить голову и разобраться, раскидать немного вещи на кухне и запустить стирку. Все. Лечу уже за Саней. У Сани сегодня репетитор по английскому. Он у нас был по вторникам в 5 часов вечера, но теперь будет, скорее всего, по понедельникам в 4, поэтому лечу. Самое интересное, что у нас здесь закатывают дорогу. Непонятно чем. Мне придется ехать в объезд. Кстати, хочу сказать, что после отдыха в Турции ко мне потихонечку возвращается мой нюх. А я уже неоднократно говорила, что после коронавируса у меня я не чувствую никаких запахов. По-прежнему химические запахи, а не атас какие химические, но какие-то более приятные ароматы, например, там выпечки, ванили. Я начинаю вот только различать. То есть я уже примерно понимаю, чем это пахнет. И, наверное, это хорошо. С точки зрения здоровья, наверное, это хорошо. Хотя по запахам, если честно, я вообще не скучала. Я уж не знаю, с чем это связано. С отдыхом, с морским воздухом. Или просто это был вопрос времени. Непонятно. Моя сегодня хорошо покушала. Смотрите, кого я забрала. У кого день рождения сегодня был? У Ульяны. У Ульяны? А, я тебе предлагаю поехать в магазин купить обложки. Поедем? Не надо. В смысле не надо? Надо, Вася, надо. Мы уже дома. Я вам сейчас покажу, что мы купили в Абрикнигабре. Сани взяли пенал отдельно под карандаши. Лень ему, в общем, складывать все в общий пенал, поэтому будет просто складывать всю кучу вот сюда. Очень такой приятненький, внутри мягенький, не будет греметь ничего. Забирай. Вот это все мусор сразу, вот это отрежь. А, закладки купили для учебников, Санек сам выбрал. Здесь по 4 штучки, по 4 закладочки. Это я купила себе ручки и вот такие вот две тетрадки. Одна голубая, другая розовая. И к ним купила вот такой вот папку-конверт на зип, ну такой зип-замочек. Мне это понадобится сегодня вечером. Я вам покажу потом для чего. Ножницы у нас сломались здесь. Вот всегда есть у нас ножницы. Вот были такие, что чуть побольше. И они сломались. А вот эти уже старенькие, они очень такие какие-то разболтанные, тупенькие. В общем-то, для таких черновых работ. А если что-то нужно прям отрезать, там этикетку какую-нибудь, то вот можно вот этим вот сделать. Сашочку взяли тетрадки в линеечку. 5 штучек одинаковых, зелененьких. И он попросил еще под тетради вот такой вот конверт. Блин, вот кусок пластмассы стоит 230 рублей. В общем-то, весь чек, а еще вот такой. Это я себе тоже взяла, под документы бывает надо. Все про все 1360. Канцтовары очень дорогие. Сашочек мне принес на проверку уже свое первое домашнее задание. Сейчас подчеркивает проверочные там какие-то. Смотрите, покажись, пожалуйста. Видите, какой наборчик получился. Это бабушка Саня футболку дарила и новые шортики. А передом повернись ко мне, избушка. Ну, клево, удобненько, мягенько. Класс. Маруська сейчас уже придет домой. Тут у меня дожариваются котлетки, доваривается пюрешечка, пальчик плотно все горелоченькое. О, пальчик звонит. Прибежала уже? Давай, сейчас открывай. Ну что, Санька отзанимался. А я уже поставила кастрюлю, сейчас буду варить компот. У меня остатки яблок, которые мне подруга дала. Надо доварить, потому что иначе они портятся. Я перебрала весь холодильник,
общем, там есть гигантский мешок мусора, но это не только из холодильника, не подумайте. Кстати, Паришка показывала во влогах, кто-то уже самый наблюдательный в моем влоге видел. Да, у нас новый холодильник. Это супруг исполнил свою мечту, наверное, 10-летней давности. Очень хотел холодильник с двумя дверцами, большой, в который все влезает, и с лед-генератором. У нас это холодильник Хайер. Нет расписания, не обращайте внимания. В общем-то, у него две дверцы. Здесь какая-то сенсорная панель. Я так вам вкратце покажу. Вот такой он большой. Здесь огромная дверца. Сюда наливается вода. И лед падает в морозильное отделение. Я вам тоже сейчас все покажу. Полки огромные. Кастрюли влезают хоть 5 штук. В общем-то, он у нас такой полупустой. Но сам факт. Мне здесь очень нравится морозильное отделение. В верхнем отделении вот здесь лед. Он сам образуется. Если его отсюда забираете, то он сам добрасывает до определенного количества. Я не знаю, как это он делает, не спрашивайте. Здесь у нас всякие вкусняшки. Здесь у меня красная смородина. Все с утра я вам показывала, добавляла в эти сырнички. Полька понравилось ей тут тесто слоеные эти, как они, круассанчики. Это из ленты, по-моему. Да, ленты. Бери, кушай. Только ну, любой. Выбирай быстрее, я закрою. Бери черную смородку, вкусную. Сливы, яблоко. Ну, давай, сливы, яблоко. И здесь гигантское... Ой, присасывается так. Гигантское отделение. Очень удобно, что все на виду. Поля стала кушать вот такую вот смесь замороженную, поэтому у нее тут запасы военные прям. Вот открытые пакетики, это облепиховые, это для чая. В общем-то, здесь такая заморозка, которая чаще используется. И внизу здесь у нас очень много ягод, которые мы потихонечку тоже съедаем. И мясо. Мясо – это остатки краба еще с февраля месяца, когда мы болели ковидом, Дима заказывал, ему так захотелось. Вот остаточки лежат, надо его как-нибудь доесть. В общем, холодильник крутой, бесшумный, очень классный. Если вы хотели такой, рекомендую. Синие горы скатились. Саня начал учить стихотворение, ему задали на среду. Я говорю, давай вот эти два сегодня и завтра как раз все вместе будет вообще шикарно, да? Яблоки я не стала чистить, обычно я их чищу, все обрезаю, но у меня их никто не ест из компота, кроме меня. А я сейчас не хочу их есть, у меня нет времени, поэтому я их просто порезала на четвертинки. Сейчас закипят, выключу, и потом просто, когда приеду, процежу, и будет вкусненький компотик. Прошел дождик, сразу так свежо стало. Короче, я забрала мусор, из пакета что-то там навытекло, Саня остался вытирать. А я взяла свою новую папочку с тетрадочками, и знаете, куда я езжу? Езжу. Господи, уже язык заплетается. Еду я на английский язык. По возвращению с Турции мы с Димой поняли, что нам очень не хватает знания английского языка, именно такого разговорного для путешествий, скажем так, или так называемый язык для туристов. Потому что я, например, много что понимаю, но сказать не могу. А Дима и не понимает, ну так, через слово понимает, и говорит просто набором слов. Ну, короче, решили мы подтянуть свой английский. Нашли репетитора. И будем вдвоем. У нас будет занятие раз в неделю. По понедельникам, если нам понравится, то мы будем ездить заниматься. Вот такие вот дела. А Поля говорит, я буду вас проверять. Будем с вами тренироваться, разговаривать. Смотрите, у нас асфальт закатали. Асфальт, прикиньте. Там асфальт и песок. Короче, закатали туда... Закатались сюда. Ой, даже я чувствую, как чуть-чуть пахнет асфальтом. Надо вот об этом покатить. Доброе утречко. Я вчера забыла вас в машине. Простите. Вчера у нас было занятие английского до 8 часов вечера. Заехала еще в магазин по дороге и быстрее домой. Поэтому
забыла вас. Будет сегодня еще кусочек сегодняшнего дня вам бонусом. Мы уже выезжаем. Дима сегодня уехал в Москву на супер-встречу. Там сегодня будут вещать представители Forbes. Или как правильно сказать, представители или люди, которые входят в список Forbes. А мы едем. Все банально. У нас все более банально. Поля едет в школу, а я на педикюр. А в 10 часов ты, кстати, быстро доезжаешь до гимназии. Прям вообще со скоростью света. Еще светофор перенастроили, так удобно стало. Я, в общем-то, Палечку уже высадила, доехала уже до места назначения, но приехала на 10 минут раньше, поэтому есть возможность с вами поболтать. Хочу вам рассказать про английский немножко. Я вам говорила, что знания нашего английского, они минимальные. И вчера мы в этом убедились, и, в общем-то, занятия наши начались с elementary. Нам нужно купить учебник или скачать и распечатать. И занятие нам понравилось. Нам понравился вроде педагог. Так что будем потихонечку вот ходить. Я вам буду рассказывать про наши успехи. Поля сегодня ехала, доучивала сейчас в машине диалог по-английскому. Ой, не диалог, а пересказ. Вот такие дела, вот такие дела. Я сегодня работаю, но работаю во второй половине дня. С утра пришла смс-ка, предлагают папе пройти диспансеризацию после постковидную. Хочу сегодня позвонить, узнать, как ее проходить. Было бы неплохо. Саня с этого года учится в большой школе, и у них там ужасные туалеты. Ну, как и любые, наверное, школьные туалеты, не в московских школах. И первым делом бежит домой теперь. Ну, так, я вам сейчас покажу свой педикюр. Что вы мне рассказываете? Отчитываетесь о проделанной работе? Молодцы. Так, вот смотрите, какой у меня красивый цвет. Очень нестандартный для меня, но мне понравился. Переливается. Морис, как тебе мой педикюр? Мне кажется, шикарно. Очень красивый. Первый раз такой делаю. На этой блестящей ноте буду вынуждена с вами попрощаться, потому что пойду бегом доваривать суп и поеду на работу. Я работаю до вечера, приеду, смонтирую видео и все. Хорошего настроения, не мерзните. Саня сказала, у них в школе все чихают, кашляют, и это ужасно. Да, так что не болейте, берегите себя, пейте облепиховый чаек, ешьте витаминки и всем хорошей недельки. Пока.